Друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре проект, который называется BitGoals. И BitGoals объединяет участников спортивной индустрии. Ни для кого не секрет, что сегодня спорт – это не просто физическая нагрузка или соревнование, это целая индустрия, охватывающая весь мир. Особенно растет направление спортивных вознаграждений онлайн. Вот лишь некоторые цифры. Размер регулируемого глобального рынка онлайн-ставок на спорт в 2016 году составил 45 миллиардов долларов США, а прогнозы указывают на увеличение до 56 миллиардов в 2018 году. При этом отсутствуют достоверные данные относительно размера незаконного рынка. По приблизительной оценке он составляет около 200 миллиардов США в год. Объем незаконного оборота спортивных ставок оценивается в 400 миллиардов долларов каждый год. Конкуренция среди поставщиков подобных услуг огромна и, естественно, существует большое количество проблем, связанных с этим рынком. Главное – это, конечно же, недостаток доверия. Потенциальные игроки отказываются регистрироваться в традиционных спортивных системах, используя теневые конторы или посредников. Коэффициенты в подобных конторах контролируются самими букмекерами. Сложный и длительный процесс регистрации, системные требования, отложенные выплаты, хранение данных, высокая комиссия и ограниченная ставка – вот тот минимум проблем, с которыми сталкиваются пользователи традиционных платформ. И вот сегодня Бен Харрис и его команда создают новый революционный проект в мире индустрии спортивных вознаграждений. BitGoals – это децентрализованная система, основанная на технологии блокчейн, разработанная специально для объединения и обслуживания всех участников спортивной индустрии. BitGoals устраняет все описанные проблемы и создает условия, при которых большинство пользователей больше не захотят использовать незаконные платформы. С помощью технологии блокчейн система предлагает игрокам множество преимуществ и исключает факторы риска. Простая регистрация, неограниченные ставки, мгновенная оплата, анонимность, быстрый процесс создания джекпота, отсутствие скрытых платежей – вот основные возможности BitGoals экосистемы, где спортивные действия и транзакции выполняются криптографически проверяемым кодом без вмешательства человека, что гарантирует автономность, безопасность и прозрачность. BitGoals создает единую внутреннюю экономику, используя одну криптовалюту для вознаграждения во всех спортивных мероприятиях. Токен STP позволяет отдельным лицам и организациям играть в любые игры, доступные на платформе BitGoals. Делать ставки, участвовать в лотереях, покупать товары или билеты на спортивные мероприятия. Продажа токенов началась 14 июня. В заключении можно сказать, что этот проект внесет новые правила в мир спорта, сделав процесс справедливым и простым для всех участников, и несомненно привлечет огромное количество новых игроков на рынок спортивных онлайн-услуг. Если вы поклонник спорта или вас заинтересовал проект, то подробную информацию можно узнать на официальном сайте. Ссылки я оставлю в описании. На этом у меня все. Это был краткий обзор проекта BitGoals. А мы с вами увидимся в следующих обзорах. Всем пока!